Добрый ранний, Беларусь, доброе утро, страна, на крыло Мариана Муренкова, вторник и 9 января. И как и обещали, в финальный раз мы произнесем слова «Доброй ранницы, Беларусь» в музыкальном стиле вместе с Анастасией Неверовской и ее авторским треком «Премьерой» под названием «Стихия». Доброе утро, Настя. Доброе утро. Доброе утро. Это твой первый прямой эфир, мы знаем все, не волноваться, все хорошо. Да, мы с тобой. И это твой первый авторский трек. Рассказывай, кто написал, как называется, в чем его фишка? Это действительно мой первый авторский трек, и написал его для меня мой педагог по вокалу Иван Зданюк, который является популярным артистом. Да, и мы знаем. Да. Почему такое название, почему «Стихия»? Кто работал, как работали над созданием «Стихия»? Трека? «Стихия» — это скорее не только природное явление, а стихия чувств, соответственно. От этого и взялось название. Но когда Иван показал мне демо-версию этой песни, то она во мне отозвалась, потому что и по музыке, по содержанию я почувствовала то, что это... Это твое. Это мое. Отлично. И совсем скоро зритель тоже услышит и почувствует твою новую композицию. Ну а с вами сегодня были Анна Квилория, Мариана Муренкова. Мы желаем вам отличного дня и оставляем, уступаем сцену Анастасии Неверовской. Оставляем вас во власти стихии. Этот вечер под дождем мы гуляли с тобой босиком, забывая обо всем, мы были так неделимы. Первых чувств сама обман растворился, будто туман. Мне казалось, это сон, наш сон. Стихия сведет меня с ума, как эйфория унесла меня навсегда. Мы верили, что первая любовь живет всегда. Теперь от наших писем в личке лишь сюда. Каждое мгновение будто мираж, но похоже просто ты не мой типаж. Мне не важно, кто ты, герой или мой bad boy, чужой. Наши песни — это минор, ты актер, а